Привет, друзья! Кристоферу Аткинсону сейчас 58 лет, и сейчас о нем мало кто вспоминает, но так было не всегда. Когда-то он сводил с ума тысячу поклонниц, и все благодаря одной единственной успешной роли в фильме «Голубая лагуна». «Голубая лагуна» — это фильм, вышедший в прокат в 1980 году. В главных ролях снимались Брут Шилдс и Кристофер Аткинс. Страшное кораблекрушение, счастливое спасение — и необитаемый остров положили начало одной из самых красивых и трогательных историй о любви. Долгие годы юная пара живет на прекрасном тропическом острове, но по мере того, как они взрослеют, в их сердцах зарождается возвышенная, красивая, как окружающий мир, любовь. Примечательно, что у Кристофера никогда не было актерского образования, и на съемочную площадку он попал скорее от желания засветиться. В обычной жизни он был всего лишь спортсменом и спасательным на пляже. Помню, как сейчас, как в советские времена наши мамы и бабушки вздыхали, глядя в голубой экран. Ах, какой красавчик! Ну что за глаза, цвета неба, ангел не иначе. Режиссер Рэндалл Клайзер сразу заявил, что белокурый юноша очарует всех на съемочной площадке, даже не имея актерского образования. Так и случилось. Кристофера утвердили на главную роль. За роль в фильме актер был номинирован на премию «Золотой глобус», и в одно счастье проснулся знаменитым и востребованным. Звездная болезнь снесла крышу молодому парню, и он начал направо и налево сорить деньгами с полученных гонораров. Толпы фанатов кружились вокруг в надежде, что Кристофер обратит на них свой богоподобный взор. После актер снялся в еще нескольких картинах, таких как «Пиратский фильм» и «Ночь в небесах», но оба эти фильма были выдвинуты на премию «Золотая малина» за худшую мужскую роль. Также его ждала антинаграда за фильм «Ночь на небесах», в которой он сыграл стриптизера, крутящего роман с женщиной в годах. Как же выглядит Кристофер Аткинс сейчас? После череды неудач на актерском поприще Аткинс открыл свой собственный магазин спорттоваров и довольно успешно ведет этот бизнес. Теперь он владелец крупной компании по продаже спорттоваров и пункта проката рыболовных снастей. Он даже изобрел и запатентовал особый вид блесны для ловли рыбы. В общем, актер, который по сути стал известен зрителям лишь по одной единственной и удачной роли в фильме, снялся в 59 кинопроектах. Но это здорово, что он еще не зацикливается на игре в кино, а имеет свое собственное любимое дело и хобби, приносящее ему неплохой доход. Известно, что у него растет двое детей, но на данный момент актер в разводе. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации? Тогда подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео!